Ребятки, всем привет, с вами я, Нубик Кики, и добро пожаловать на новенькое видео по быстрым строителям. Если вы досмотрите до конца, то в конце вас ждет сюрприз. Ну а также, у меня для вас есть челлендж. Можем ли мы под этим видео набрать 2 лайка? Поэтому ставь лайк, чтобы это пройти. Я уже поставил, поэтому тебе осталось только лайк поставить, и все, и челлендж считается выполненным. А нас закидывают на карту, и я буду строить сейчас. Поэтому давайте. О, вот это будет тяжело. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь. Хорошо, семь. Два, три, четыре, пять, шесть, семь. Смотрите, я успел. Нет, что? Капец, как-то я очень криво, конечно, построил Европу, но надеюсь, я не один такой. У меня 89%, но неплохой результат, хотя... Фух, кто-то неправильно построил. Голодная лосятка. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, так. Так, три. Так. Все, отлично, я поставил. Ура, я смог построить, отлично, ребятушки. Отлично. А кто там не справился? Там, наверное, кто-то с лосяткой что-то неправильно сделал. Так, ого, почти все справились. Видимо, кто-то всё это неправильно так... Смотрите, гляньте, что делает. А что вы тут делали, а? А? Так, у кого неправильно что-то? Я не понял. У всех здесь все правильно. А нет, вот. Как? Скажи мне, почему ты не мог построить нормальный забор и посчитать нормально все? Капец, он странный какой-то, серьезно. Как можно было не запомнить такой легкой постройки? Я не понимаю. Штрела. Раз, два, три. Раз, два, три. Хорошо. О, я второй построил. Тот чувак за 8,6 секунд построил. Как же вообще так? Я на стрелу и думаю, построить очень будет легко. Давай, давай, строй. Давай. Как же так? Давай! Офигеть, она прям в последнюю секунду успела посчитать блок. Ой-ой, да будет тяжело. Такой крестик такой. Три. Так. Теперь тут крестик такой. Синяя. Тут крестик. Вот такой вот крестик. Раз, два, три. Два. Кстати, а где еще? Куда еще этот камушек поставить? У меня камушек лишний. У меня камушек лишний. Куда его? А как? Чего? Как? А что у меня неправильного? У меня все правильно было. Как? У меня все правильно было. Я не понимаю, что же фигня произошла. Арбузик, это легко. Это очень легко. Давай. Я мог, конечно, не первым построить, но...
Я, наверное, на усе не гонюсь. Все. Я третий, кто правильно построил. Я мог бы быстрее построить, если бы торопился. Ого, все правильно построили. Нити 8. Угу. Маяк. Какой же супер большой маяк. Офигеть. Хорошо. Хорошо. Так, вот сюда. Вот сюда. Вот сюда. Вот сюда. Вот сюда. Вот сюда. Вот так. Так, 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 так. Сюда. Я успею. Да, фух! Я успел построить, достроить. А кто там? Кто там не достроил? А у кого что-то неправильно? А у кого неправильно? Что не так? А что не так? А что у него не так? А, наверху стекла, что? Почему у него наверху стекла как-то странно стоят? Офигеть, хорошо. Так, песочек, песочек до конца, потом два песочка, и так, хорошо. Так, потом песочек, песочек до конца, потом так, потом идет так, 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 потом так. Песочек до конца. Потом идет, получается, крипер идет. Это идет, это идет. Так как я понял, это два сюда. Сюда, сюда. А что не так? Куда этот второй песок девать? У меня сегодня один песочек остался. Вроде бы все правильно опять построил. Опять же все правильно построил. Что не так? Куда? Откуда у меня этот лишний песочек? Скажите мне. Откуда у меня этот лишний песочек? А. Смотрите, какая тупая ошибка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 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 Шесть блоков. Хорошо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Так, теперь вот сюда. Вот сюда. У! Ребят, я смог в последнюю секунду поставить сердце куда надо. Офигеть, это тяжело. Это было мега тяжело, я вам признаюсь. Это было реально мега тяжело. По углам. Хорошо, по 4. Раз, два, три, 4. Раз, два, три, 4. Теперь получается. Раз, два, раз, так. Так. Так, так, так. Так, 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 так. Всего. Я проиграл. Как он так быстро построил, серьезно? Не, ну, я считаю, что это хорошая игра, достойная. Я хоть и проиграл, но тут мелочь, честно говоря, оставалась, конечно. Ну да ладно, обидно немножечко. Ну так, совсем немножечко, честно говоря. У, смотрите, какая у него арена для победы, офигеть. Офигеть, у него классная арена для победы. Как, а как он бегает? Это вообще супер, конечно. Ну ладно, в лобби пора идти. Ну что же, ребятушки, всем спасибо за просмотр, если вы досмотрели до этого момента, тогда обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал и поставьте колокольчик, чтобы не пропускать все мои новые видео, которые выходят каждый день в 10:30. Также, ребятушки, вы можете посмотреть мое новое завтра видео, и вы можете посмотреть мои старые видосики на канале «Старые сражения», «Старые постройки» и так далее. А на этом был я с вами, Нубик Рейдик.
Всем, Нубик Иги, попросит Рейдик, мой друг. На этом был я с вами, Нубик Иги. Всем, ребят, удачки. Всем пока. Пока-пока. До новых встреч. Этой битве я участвовать не буду. Я уже закругляюсь. Меня просто случайно вот сюда закинуло.